Караганде 8 семей, оставшихся без крова из-за пожара в двухэтажном доме, власти разместили в студенческом общежитии. До этого неделю люди скитались по знакомым и родственникам. Сейчас дом, серьезно пострадавший от огня, обследуют специалисты. Эксперты должны дать заключение, пригодно ли здание для дальнейшей эксплуатации. Установлено, что причиной пожара стала неисправность дымохода. Квартиры в доме отапливались угольными печками. В городе объявили сбор помощи погорельцам. Неравнодушные жители несут пострадавшим продукты и одежду. В акимате объяснили, расселение в общежитии мера временная, а вот на долгую перспективу власти обещать пока ничего не могут. За счет бюджета никак нельзя, значит, возможности нет. Есть два пути, это модернизация ЖКХ за счет по этой программе или же по программе, значит, по спонсорской помощи. Если вдруг Казмир решит, что не подлежит восстановлению, значит, надо строить и так далее, конечно, мы будем уже методом ОСАР обращаться к людям, недобро этим депутатам и так далее, чтобы оказывали помощь.